Всем привет, друзья, меня зовут Николай, канал Boy Games, продолжаем. Абсолют финал. Надо уже левела добить-то. А, погоди. Да мне апгрейд нужен. Все лишнее, блин. А чё это я ему не купил-то, блядь? А чё молчите? Забыл я, что у него есть меч, передал бы Свейду, ну ладно. Надо уровни дотянуть. Да не, об этой битве получу, конечно же. Ой, у Яхи прям все печально. Хорошее начало. Ой, блин. Ладно. Ха-ха-ха.
Ладно. А, блядь. Да заебал этот бред уже нахуй, а! Сука! Надо было ей добить его, прям надо, видно, блядь. Оставлю, кому надо. Буньк. А хер где, понял, ублюдок. Пам-пам-пам. Хорош, слышь? Ха. Не факт, что это работает, но и хорош. Ха, блядь, а? Ладно, так даже лучше.
Уровень, мудак! Уровень, блядь! Вот это мудак! Ебать его в рот! Просто ублюдок. Ха-ха-ха-ха! Бля, опыт просрался. Вот это Люк мудак просто подвел, прям так подвел, блядь. А сколько там не хватило? Много. Да ну. Нихера себе, вот это огонь. Как вы задрали, а? Так. А, хватает. Блин, на два раза уже хватает. А как? Что-то непонятно. Так, уровень есть, хорош. Ой, да и недорого. Ну-ка, давай заценим. Маг там уже пофигу, он 20-го. Ну, это совсем другое дело. Thank you.
Ай-яй-яй, зачем, мудак? Ух, ёбаный свет! Ха, на тебе, падаль! Опаньки. Ну это понятно. Но второй буаст — это топовая тема. Ха, ща маг зарядит, блядь. Тест, на чем он будет делать? Ха, придурок!
Ах ты падаль, блядь. Обосраться. Вот это я сейчас охренел. Ух ты! Идемте качаться. А может быть, кстати... Блин, они сдохли. Блин. Как вариант, подтянуть тех оставшихся здесь и идти уже туда. Хотя там надо тоже бить, ладно. Ладно. Не буду я херней страдать. Так, главный. Сару говорили, надо без Вигрбола, давай попробуем. Давненько я ее не качал в клерика. Блин, ну мне крылья негде брать. А, да ладно. Все, он будет заменять. МГНТ, это что за класс? Посмотрим. Так, Яху без этого. Не-не-не. Да. Так, казнь не трогаем, а эти двое докачаются тогда. Так, оружие осталось эквипнутое. Ёбаный свет. Ну и ро... Бля...
Обосраться. Ну-ка. Ну да. Это чистый монах из CD-версии. Прям вот чистее некуда. Ай, не дотянуться. Ах ты, тварь. Я был уверен, что пройдет, не знаю почему. А он жапнулся, так что посрать вообще. Ой-ой-ой, дерьмо-то какое. Нет, а рисковать не буду, надо его добить. Хрен тебе, понятно? Буньк. А, ты издалека же мозг. Ну
Ну, это я бы совсем лючканул. В каком-то моде у нас, по-моему, далеко стреляли. Напомните, кстати, в каком? Там на 4 клетки аж, блядь. Да-да-да, давай. Сука, именно Феникс — тварь. Ну, кто б сомневался. Кто бы сомневался. Он как минимум тратит ход. Это вот прям как минимум он тратит ход. Блин, надо будет спуститься на клетку. Что я делаю-то? Поторопился куда-то. Ай, падаль-то какая. Кай, не отошел бы, кинь. Ай, хорошо, по 3 брони дают. Ля-л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 я. Бляха, 3 брони, огонь вообще. Бум, нахер.
Так, ребятки, отвлекся. Продолжаем, так сказать. Блин, а если он применит? Вот это я сейчас тупанул. Блин, я сейчас могу слить из-за ошибки своей же. Та-дам-та-дам-дам. Дрянь противная какая, а? Thank you.
Неплохо. Так, ну а теперь босс. Просто проверить бы, блин, ну. Там по-любому гигантский урон. Блин, а это было прикольно, если бы это прокатило. Подаля. Ну и как я должен блочить это? Давайте заканчивать. Я не знаю, как я должен блочить это. В следующей серии. Или сейчас запишу и... переиграю. Давайте еще разочек. Там главному уровень апнул. Три брони дали ему и магию. Ну, может, ты отвлекешь, а? Отвлек, ладно. Надо шотных, короче, выставлять. Нихера, 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 тут левела пошли, блядь. Хорош. Помог, помог. Ну вот и все. Мозги еще тут канифолить, блядь.
Да-да-да, все это мы слышали. Сейчас оружие надо закупить, сбегать до туда, до деревни, да и закончить. Неплохо. Ой, а про тебя-то я забыл совсем. Кстати, караван, да, надо сложить вещи. Ха, охуенный магазин, блядь! Вот этот магазин, блядь! А ч... Ай! Вот этот магазин, днищенский какой-то, блядь! А чё такое днищенский магазин, блядь? Обосраться. Часто я все равно буду заменять, а крылья Пегаса я сейчас, наверное, заюзаю. Опаньки! Да. Варвок. Thank you.
Знал бы я, что они у нее, я бы на Честера оставил. Ну ладно. Ну ладно. Там, кстати, Сара получила второй уровень. И дали вот этот хил, это прям здорово. Аура и хил, блин. Нужна лекарна теперь? Ну, как боевой, в принципе, нормально. Посмотрим. Ну, люка выкидывать, понятное дело. Хера там скин у Казина, как у мага из... Обосраться. Обосраться! А где другие? Нифига себе тут. А вот это я не ожидал. Прикол. Блин, ну это все в следующей серии. Ладно, ребятки, давайте на этом закончим. В следующей серии продолжим. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте, смотрите влоги. И всем до встречи в следующей серии. После выходных бонусов не будет. Сразу предупреждаю, все. Всем до понедельника. Дай бог, свидимся, как говорится. И всем пока.